Всем привет! Сегодня хочу сделать обзор самодельной насыпной гири. Вот так она примерно сделана. Но прежде чем делать обзор, с самого начала хочу предупредить, что гиря эта сделана из пропанового баллона емкостью 27 литров. Если кто вдруг надумает делать это, то лучше обратиться к специалисту, который знает, как обращаться, как нужно разрезать пропановый баллон, поскольку это дело опасно. Обычно в тех баллонах, которые продаются на металлоприемках, остается газ какой-то пропановый, и существует, в общем-то, определенная техника или технология о том, как их нужно скрывать, собственно говоря, сваривать, разрезать и так далее. То есть это непростое дело. На ютубе это, в принципе, все есть, и, как я сам убедился, это, в общем-то, не пустые слова, это действительно опасное дело. Гиря, как я уже сказал, была сделана из пропанового баллона. Я его разрезал, вырезал здесь отверстие, вставил сюда вот такую вот резьбу, это вот заглушка. Заглушка от батареи, от радиатора. Покажи вот радиатор. Сейчас, ладно. Показать. Вот примерно вот так эта заглушка обыкновенная. Вот. То есть сюда можно засыпать песок, дробь, какие-то камушки. И тем самым регулировать вес. Толщина баллона, согласно его характеристикам, 3 мм. Имею в виду толщина стенки баллона. Емкость, как я уже говорил, 27 литров, опять же, согласно паспорту. Душку я сделал из трубы 49 мм, внешний диаметр, ну, у меня почти 50, и двух отводов. Здесь тоже остатки трубы. Душка, как я уже упоминал, 49 миллиметров. Просов я сделал чуть побольше. Он получился у нас больше 8 миллиметров. 85, наверное. Специально, чтобы была возможность пробовать жать стандартно. Не только на попа. Ширина просова 142, 140 миллиметров. Сначала приваривал к пластине, чтобы было больше прочности. Потом уже саму пластину приварил непосредственно к самому баллону. Вот так выглядит гиря. Ну и взвешивание пустой гири насыпной. Она сейчас полностью пустая. Так, не видать, что ли? А, вот видно. Вот и покажу теперь ее. О. Получается 14,3 килограмма. Для чего я сделал эту гирю или какие упражнения можно сделать с этой гирей? Ну, во-первых, в первую очередь я это делал для того, чтобы жать на попа. Очень интересный, необычный снаряд с необычной нагрузкой. Вот так примерно режим выглядит. Ну, понятное дело, что легкая, но вес можно регулировать. И кроме жима на попа, можно, в принципе, жать и стандартно. Не совсем удобно, но что-то такое может получаться. Ну и интересный вариант — это жим на ладони. Можно жать и на ладони, то есть при заполнении с песком это уже будет солидная нагрузка, но на ладони пожать надо, равновесие держать. Ну вот такая вот насыпная гиря. Еще раз предупреждаю, если вдруг кто надумает делать надо очень и очень осторожно, и лучше попросить того, кто знает, умеет это делать. Всем успехов!